Дорогие друзья, сейчас мы приглашаем магистранта Российской академии народного хозяйства и государственной службы Тотрову Амину. Она прочтет для вас стихотворение «Ворона и лисица» на осетинском языке. Балаша сонгал саргашал шпальди, Ешевта штонгал нарди шаймарди, Жардакал загантар хатта котта, Яхи фаданан ясых нахорта. Сай нарвнал он, пожахал он, Паладав жара сых цехыдар. Вот ты нам рувашка сайдарават, Уайтах тарминаш я фунцел ават, Саштандах сыхтал, якахта алхтал, Дартова жила, як у дитила, на рагон фышил, на жону богу, махура чешил, подрашух тако, бана ям зура, вон дай да сура, да факау фован, камай раппало, да дарх да лаппор, да дишадюгор, да худга болта, а хаштма жаренко жониш, потапат сахандарен, фаражит жарда. Овшар мумака мудыгага, да жара грака. Нахал он, ажарка покотта, я калашизар. Бацахка на ганкай, дар сыхт хорта на гадыру ваш. Ты давал бум ваш. Спасибо. Браво! Спасибо большое, Мина. Очень интересно слушать осетинский.